никогда не задумывались, что такой популярный инструмент, как Google Drive, тоже может индексироваться. Давайте попробуем. Enviro Drive Folders, кусок URL, который, по которому мы можем определить Google Drive чужой, и ограничим поиск ресурсом drive.google.com. Пожалуйста, смотрите, сколько подключенных Google Drive'ов. Чужой Google Drive. Посмотрим скрытые результаты. Что-то опять с коронавирусом, судя по названию папки. Вот так мы можем искать в чужих облачных хранилищах. Давайте попробуем title. Курс. Онлайн-курс по созданию продающих stories. Вот какой-то курс, возможно, с того же самого складчиком. Вот таким образом мы можем находить незащищенные Google Drive. Спасибо за внимание.